Борьба за кресло мэра продолжается. На очередной сессии городского собрания депутатов объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы Махачкалы. Документы для участия принимаются с 28 декабря по 16 января. Конкурс будет проводиться в два этапа. На первом специальная комиссия проверит достоверность сведений, предоставленных кандидатами, а также соответствие их установленным требованиям. На втором этапе будут оцениваться профессиональные и личностные качества кандидатов. При выборе эксперты будут исходить из наличия у кандидатов программ развития городского округа, соответствующего уровня образования, профессиональных навыков и опыта работы.